Денис разбавляет нашу дискуссию и спрашивает, как победить лень? Такой простой вопрос. Никак. Не надо побеждать. Зачем? Лень — это охранительный механизм. В процессе эволюции у человека выработался механизм сдерживания критических значений, точек достижения, точек экстремума. Для того, чтобы вы не перенапряглись, не перерасходовали энергию, лень вас подтормаживает. Лень говорит, да, ладно, там, не парься, авось пронесет, да, ладно, успеется, завтра сделаем, ну и так далее. И таким образом вы становитесь... Ну, я бы сказал, лень — это еврейская мама, которая хочет, чтобы ребенок был не женат, накормлен, толстый и дома. Вот, все. Лень хочет, чтобы вы были в безопасности. Но Денис говорит, ему, видимо, мешает лень. Раз лень — это тот механизм, которому ну, по барабану ваши достижения, заработки и так далее. Он хочет, чтобы вы не перенапрягались. Но он же тормозит тогда. Разве? Он тормозит, несомненно, тормозит. Ну, а как его устранить все-таки? Хочется развиваться? Значит, устранить лень невозможно. Устранить саму лень невозможно. Да. Она сильнее вас. Она в таких структурах мозга, до которых вы не доберетесь. Вы не можете усилием воли или каким-нибудь решением взять и подавить боль, подавить лень. Вы можете только противопоставить лени некую силу еще большую. Вот например? И все. Ну, как гравитация, да? Вы не можете устранить гравитацию для того, чтобы летать. Либо но вы можете, влюбленность какая-нибудь. Но вы можете сесть в вертолет. Фактор, совершенно да? Верно. Когда вы влюблены, но вам облом идти на свидание, да, думаете, ну, если сама не придет, то, значит, так тому и быть. Да, свидания не будет. Но сила влюбленности, она толкает вас. Сила ожидания, наслаждения, встречи с вашим предметом, оно заставляет встать и идти. Объектом все-таки, надеюсь, не предметом. Так можно говорить по-русски, предмет вашего. Предмет любви. Предмет мечтаний, предмет вожделений, предмет любви. Так можно сказать все-таки. Это устаревшая форма, но тем не менее, мне она очень нравится. Так и говорили прежде. Вы спешите к вашему предмету, ну, имея в виду к возлюбленной. Так можно. Денис, у нас для вас печальные новости. Да ничего с вашей ленью сделать нельзя, получается. С ленью ничего сделать нельзя, но, да. можно повысить мотивацию свою. Лень как гравитация, она неизменна, она остается то всегда. Просто увеличить мотивацию. Ну, один взлетает, другой ложится и лежит.